Так, в магазине Smart купили сегодня опять по карте магазина Smart 47,80 сахар. 1 килограмм стоит 47,80 именно по карте. Можно только 2 пакета сахара в день купить. Я купила по своей 2 и по Диминой 2. Дальше. Молоко градецкое. Очень вкусное. И оно очень быстро портится. Значит, оно на самом деле классное. 5 суток у него, да? Да. Так, 5 суток. Оно, значит, изготовлено 26-го. Сегодня 28-го. Дима, зачем такое старое молоко взял? Я не смотрел. Да почему ты никогда не смотришь, Дим? 59 рублей. Ну и что? Масло крестьянское, 134 рубля. Это какое масло, 134 рубля? Село да, нашла. Село Удоево. Первый раз взяли, да? Дальше, масло сладко-сливочное, 103 рубля. Вот такое вот. Дальше, пряники шоколадные. Компания «Сладкая жизнь» 54,90. Мягкие. Пряники классические «Сладкая жизнь» 54,90. Такие светленькие. Дальше, дрожжи. Дим, зачем дрожжи? Печь. Что-нибудь. 14,90. Сейчас мы будем печь пирог со смородиной, да? Да. Но нам дрожжи не нужны? Нет. Да. Дальше. А вафли Яшкино 44,90. Ореховые. Терпеть не могу ореховые вафли. Провансаль 129 рублей. Такая большая упаковка. И здесь 723 миллилитра. В общем, не знаю, дешево это, не дешево. Дальше. Корм подорожал. В предыдущий раз стоил 20 рублей, сейчас 23,90. Вот такой пакетик. Купили 4 говядины, 4 курицы, потому что наш Марсель не ест говядину. Он ест только курицу, остальные едят говядину. Дальше, корм для кошек, 750 грамм сухой, Пурина домашняя, индейка, 272 рубля. А мы покупали здесь у нас за 300 с чем-то, да? Все, и бумага туалетная, раз, 8 рулонов, такая стоит 139. Это раз дешево? Да. Так, и все. Итого 1500 вместе с вот этим сахаром, 1500.